Меня зовут Анастасия Власова, и я чародейка из Ордена Музыкальных Магов. Владею магией вокала, гитары, укулеле и фортепиано. Все началось давно, когда пришло время сделать тот самый важный выбор. Только не химия, только не химия. Не химия? А вы уверены? Я вижу талант. Что ж, тогда музыкальное искусство эстрады! Да, я знала! Конечно же, я шучу, а может и нет. На самом деле, я занимаюсь музыкой с ранних лет. В детстве я играла на музыкальных инструментах, на скрипке и на гитаре, а вот к вокалу я пришла уже позже. Я попробовала петь уже в подростковом возрасте, и получилось очень даже неплохо. Конечно, на тот момент было много недочетов, но для человека, который в принципе никогда не занимался вокалом, получилось очень даже сносно. В итоге я поступила в СПБГУКИ на факультет музыкального искусства эстрады. По профессии я вокалистка и педагог вокала. Помимо учебы в университете, я многое изучила по вокалу самостоятельно. Искала информацию в интернете, прошла зарубежные курсы от Berklee College of Music. На данный момент я пою в рок-группе. В кавер-дуэте сотрудничаю с гитаристом. А также пишу свои авторские песни. Помимо вокала, я играю на гитаре, фортепиано и укулеле. А в свободное время люблю ходить в спортзал и на танцы. Я очень люблю музыку, я фанат своей профессии, и в ближайшее время мне хотелось бы больше выступать, участвовать на различных шоу, на мероприятиях, на концертах, записывать больше своих авторских песен и, конечно же, преподавать. Мне это тоже очень интересно. Я хочу передавать свои знания и опыт другим людям, помогать им прийти к своей мечте.